Привет, меня зовут Семен, и в этом видео я расскажу вам, как записать видеокурс на 40% дешевле, минимум в 2 раза быстрее, ну и в хорошем студийном качественном формате. Итак, давайте запишем видеокурс. Видеокурс. Как же его записать? Ну, во-первых, вы уже поняли, что вот такой визуальный эффект, рисование на прозрачной доске, это прикольный, впечатляющий, захватывающий внимание эффект, картинка. За счет чего дешевле и быстрее? Ну, во-первых, я сейчас нахожусь один в студии, мне не нужно подходить к камере, я этим пультом начинаю останавливаю съемку, у меня уже поставлен свет, у меня поставлен звук, у меня видео сразу же зеркалится, да, то есть я пишу, как мне удобно, правой рукой. Какие есть еще возможности в этой студии? Ну вот на примере, как у нас записывали политех, вот в таком качестве можно записать, собственно, курс. За счет чего как бы дешевле, да, и за счет чего быстрее. Потому что как только нажму вот эту кнопку, видео сразу же сохранится в MP4 формат. И, собственно, я его без монтажа загружу в YouTube, и вы его посмотрите. Но самое прикольное в чем? Да, то, что эти вот эффекты, да, ну их там много разных. Можно записать, ну, вот такой эффект, да. То есть, да, здесь процесс подготовки к съемке у меня немножко дольше, да, потому что я готовлю эту картинку, я могу здесь показывать какие-то цифры, что по запросу онлайн-обучения, там 75 тысяч запросов. Ну, про функционал отдельное видео. Мы сейчас говорим про технологию, как мы пишем видеокурс. То есть стандартный способ, да, вот вы решили записать там 10 роликов по 20 минут, вы эксперт, спикер в какой-то нише. Что вы будете делать? Ну, конечно, какая-то подготовительная, методическая часть. Да, и из чего складывается вообще стоимость? То есть я вам сразу скажу, ну, давайте посчитаем. Первое, что нужно, оператор. Первое. Оператор. Какая цена в Москве у оператора с минимальным с каким-то там камера, микрофон? Ну, пусть это будет 3000 час. Дальше оператору вам нужна будет видеостудия какая-то, хотя бы с минимальным студийным светом, с фонами, с каким-то помещением, ну, где можно посидеть, поработать. Многие берут фотостудии. Такую в Москве можно найти, ну, мы берем сразу же с объемом, да, что мы же 10 роликов будем снимать, целый видеокурс. Ну, допустим, 1500 рублей. Дальше. Дальше нам потребуется монтаж. Монтаж это примерно еще 3000 рублей. Чтобы записать 20-минутный ролик и все это смонтировать, сколько у нас, ну давайте, вот здесь уже, ну, то есть вряд ли вы за час 20-минутный ролик запишете. Ну то есть запишите, но будет несколько дублей и так далее. И поэтому нужно закладывать, ну, часа 1,5-2. То есть примерно у нас выходит 7500, ну, добавим еще там чуть-чуть на подготовку. Примерно у нас выходит 10 тысяч рублей за один ролик. Да? 10 роликов у нас обойдет, например, 100 тысяч рублей. И срок, да, опять же, мы договоримся, вы с оператором договоритесь, снимите помещение, какую-то студию, сделайте монтаж. На все про все у вас уйдет, ну, грубо говоря, 2 недели. То есть примерно 10 роликов, подготовка, постмонтаж, примерно, давайте 10 дней. И у нас за 10 роликов у нас получается 100 тысяч рублей. Классическая технология. Оператор, студия, монтаж. А на постмонтаже вы, конечно, какую-то графику наложите. А как снимаем мы? Да, почему на 40% дешевле? Ну, во-первых, у нас немножко чуть будет дольше подготовка к съемкам, скорее всего, на все 10 роликов. Но зато мы можем снять, ну, за 2 дня.
да, то есть здесь вы будете снимать где-то по 3 ролика в день. В нашем случае мы снимем это все за 2 дня, то есть по 5 роликов в день. То есть вариант с нашей, да, ну, во-первых, у нас не требуется оператор, у нас только студия. Студия. Она у нас стоит 3500 рублей в час. А дальше. Назовем это не монтаж, но монтаж тоже у нас тут потребуется, да, по-хорошему, немножечко где-то что-то. Начало-конец подрезать. Но монтаж у нас будет гораздо меньше, потому что у нас видео уже отзеркалено. Мы не ходим, то есть мы даем пульт, останавливаем, начинаем съемку. И монтаж у нас будет, ну, примерно 1000 рублей. Дальше. Студия NS, оператор нам не требуется, да. И у нас будет немножко больше на подготовку, да, допустим, мы где-то. То есть, если здесь у нас будет постмонтаж примерно 10 дней, там, ну, где-то 7 дней, да, по-хорошему мы будем монтировать, то здесь мы будем монтировать там один день, но, может быть, чуть больше готовиться, потому что все картинки, все презентации, вся графика, она будет накладываться в момент съемки. Да, здесь у нас будет. Давайте еще 1000 добавим на подготовку. Давайте на дизайн. Дизайн презентации и методическая часть. Еще примерно 1000 рублей. Ваня, я тебе перезвоню через 2 минуты. Итого здесь мы получаем 5500 рублей. Ну и 3 дня, да, то есть если здесь у нас 10 дней съемка-монтаж, то здесь у нас будет 3 дня подготовки, 2 дня съемки и 1 день монтаж. То есть получается 5 дней. 5 дней. То есть я вам уже сказал, да, почему в 2 раза быстрее. Во-вторых, что у нас здесь по бюджету? Да, у нас тут, я уже сказал, 3 дня подготовки, 2 дня монтаж, давайте 6 дней. 6 дней, извиняюсь. И что у нас по цене? То есть здесь мы заложили где-то 10000 рублей за один ролик, то здесь у нас будет примерно 6000 рублей ролик. И 60000 рублей, да, давайте еще здесь 60000 рублей, то есть в 2 раза быстрее. И на 40% дешевле. Но главное, с уникальными вот такими вот эффектами, когда вы сможете рисовать какие-то формулы, графики перед собой, маркером выводить графику, показывать на ней, вас никто не будет в студии смущать, торопить. То есть вы один работаете в студии. Ну и, конечно, с маркером, ну, тут цвет маркера, он может быть зеленый, может быть голубой, фиолетовый, красный и так далее. Поэтому используйте новые технологии, новые подходы, экономьте деньги, делайте работу в 2 раза быстрее, ну и, конечно же, с уникальными визуальными эффектами. С вами был Семен. До встречи у нас в студии.